6500 жителей, две школы, три детских сада, несколько крупных предприятий. Поселок Новая Майна – перспективный населенный пункт в Меликесском районе. Местные жители любят свою малую родину и хотят сделать ее лучше. Свои пожелания и идеи высказали экспертам Центра стратегических инициатив. 600 детей обучающихся в данной школе, где мы находимся. Это школа номер 2. 200 детей, значит, в школе номер 1. Соответственно, вот я вам уже перечислил, практически 800 человек только обучающихся. Поэтому обсуждению демографических вопросов на сессии посвятили много времени. По итогу поступило 16 инициатив от местных жителей. Это и доступность ЭКО, и проведение урока семьи в школе, и стимулирование молодых специалистов. Но, пожалуй, самую интересную инициативу озвучил участник сессии Алексей. Мужчина предложил остановить строительство жилых домов в больших городах. Ведь это для жителей деревень и сел один из стимулов уехать. Поэтому, как бы, если не будет такого доступного жилья, соответственно, люди все будут жить в своих, как говорится, квартирах. Поэтому и жителям сельских территорий не будет стимула переехать жить в город. Он может съездить, допустим, на заработки, там, вахтовым способом, да. Или если это село находится не так далеко от города, то есть он может на своей машине добраться, отработать и обратно. Другой участник Руслан предложил привлечь воспитание подрастающего поколения бабушек, а именно создать институт материнства, где смогли бы работать представительницы серебряного возраста. Ребенок будет получать совершенно другое от взрослого человека, от бабушки, скажем, пусть она даже чужая, чем от воспитателя детского садика. Будет какая-то там доброта, какое-то тепло материнское от бабушки. Вот. В данном институте будет вестись работа, как я предполагаю, просветительская, с семьями. После обсуждения обязательно голосование. К понравившейся инициативе участники прикрепляют яркий стикер. Чем больше стикеров, тем больше шансов инициативе попасть в народную программу развития поселения. Среди фаворитов у майнцев оказалось снижение пенсионного возраста, поддержка молодых семей на селе, увеличение трудового стажа, зарождение ребенка. Анна Тищенко, Управда ТВ.